Продается благоустроенный дом в селе Лабазы, 25 километров от Бузулука. Телефон 8-922-815-02-71. Продается двухкомнатная квартира в селе Октябрьское. Звонить 8-922-553-47-38. Сдается торговая площадь по проспекту Братьев Крыстылевых, 42, телефон 25-23-77. Продают комнату 730 тысяч рублей. Звонить 92-83-92. Продается трехкомнатная квартира плюс гараж в районе улицы Карагандинской от собственника. Телефон 8-922-824-71-71. Срочно продается часть дома по улице Орджоникидзе, 145, в центре, 980 тысяч рублей. Торг. Телефон 55-55-19. Продают двухэтажный дом в поселке Весенний, 2, участок 12 соток, имеется гостевой дом. Телефон 8-910-401-40-30. Ремонт стиральных машин. Недорого. Телефон 420909. Бесплатное переобучение на категорию D с последующим трудоустройством. Звонить в рабочее время по телефону 40 10 40. Ремонт стиральных машин. Продажа запчастей. Телефон 60 60 80. Учебный центр «Щит» проводит набор на курсы подготовки частных охранников 4, 5, 6 разрядов, прием квалификационного экзамена и периодической проверки. Обращаться улица Уральская, 1, телефоны 68-82-82-25-75-78. Телекомпании требуется системный администратор. Знание Windows, Linux, PHP, MySQL. Резюме отправлять на адрес электронной почты casting@media56.ru. На фабрику пуховых платков для работы на вязальных машинах требуются специалисты. Обучение. Зарплата от 20 тысяч рублей. Звонить с 8 утра до 17 часов по телефону 8-905-844-94-60. Требуется менеджер по продажам автомобилей, автомойщики, бухгалтер. Телефон 8-922-559-42-50. Требуются закройщицы. Телефон 534-634. Требуются лицензированные охранники. Телефон 90-83-29. Требуется уборщица, дворник. Звонить 30-59-58. Требуется продавец колбасных изделий с опытом работы и санитарной книжкой. Телефон 8-922-544-20-46. В строительную организацию ООО «Крафт» требуется лаборант-технолог на бетонный завод. Телефон 8-912-846-29-29. Требуется повар-универсал. Телефон 27-23-29. Требуются операторы на АЗС. Звонить 56-98-84-97-95-00. Требуются сортировщицы овощей, грузчики. Телефон 56-41-05. Требуются фасовщики. Обращаться по адресу проспект Победы, 164. Телефоны 99-53-63-202-803. На маршрут требуется водитель с категории D на специальных условиях. Телефон 92-56-21. Требуется мост в автосервис. Звонить 960-964.
Заводу бурового оборудования требуется кладовщик. Зарплата 15 тысяч рублей. Обращаться проспект Победы, 118. Телефон 75-46-60. Требуется менеджер продукты питания. Телефон 58-36-24. Предприятию общественного питания требуются электромеханик по торговому и холодильному оборудованию, повара, посудницы, грузчики, соцпакет, телефон 32-83-46. Требуются автомойщики, звонить 58-39-22. Требуется бухгалтер, телефоны 30-60-54-94-93-03. Требуется подсобный рабочий. Улица Донгусская. Звонить 8-909-608-90-20. Офис. Стабильная работа. Стабильный доход. Телефон 59-92-58. Администратор. 25 тысяч рублей. Телефон 59-49-40. Снабженец. 40 тысяч рублей. Секретарь. 28 тысяч рублей. Телефон 26-29-39. Предприятию требуется электрик по монтажу и ремонту башенных кранов. Полный соцпакет. Телефоны 60-67-76-400-390. Вахта, Москва. Требуются охранники. Звонить 8-98-78-513-072. Преподаватель вузов 38 тысяч рублей. Опытный руководитель 54 тысячи рублей. Звонить 69-37-92. Администратор 21 тысяча рублей. Телефон 61-45-22. Помруководителя администратор 42 тысячи рублей. Бухгалтер 30 тысяч рублей. Телефон 92-34-98. Помруководителю 45 тысяч рублей. Бухгалтер 32 тысячи рублей. Телефон 60-46-97. Коммерческий директор от 45 тысяч рублей. Бухгалтер 25 тысяч рублей. Телефон 61-84-45. Зам руководителя 48 тысяч рублей. Дело производства 25 тысяч рублей. Телефон 26-69-54. Дело производитель 22 тысячи рублей. Телефон 97-28-30. Медработник 27 тысяч рублей. Педагог 29 тысяч рублей. Телефон 60-71-83. Зам руководителя 60 тысяч рублей, в том числе офицеры запаса. Телефон 60-36-87. Специалист по кадрам. Телефон 58-78-35. Делопроизводитель 25 тысяч рублей. Администратор 23 тысячи рублей. Телефон 92-89-85. Серьезная работа. Телефон 58-57-70.